Мы продолжаем наш выпуск. 80 лет дарить детям знания – это большой труд и большая заслуга. Люберецкая школа номер 11 отметила свой юбилей в торжественной обстановке. Поздравить педагогов и ребят пришли даже выпускники прошлых лет. Мероприятие посетил и глава округа Владимир Ружицкий. Он вручил школе сертификат на приобретение техники для компьютерного класса. 11-я Люберецкая школа отмечает 80-летний юбилей. Для кого-то такая круглая дата – закат, но для педагогов это только начало профессионального и творческого пути. Поздравить учителей и детей приехал Владимир Ружицкий. Друзья мои, мне, конечно, приятно здесь у вас быть, говорить слова. И вы сегодня, я так думаю, здесь я смотрю, есть и бывшие ученики школы. Есть возможность сегодня поговорить, обменяться мнениями, вспомнить былое. Вспомнить детство и поздравить любимую школу пришли и выпускники прошлых лет, взрослые состоявшиеся люди. Я выпускница этой школы 1985 года. Пришла сюда как раз учиться в новое здание. После окончания школы я стала здесь работать старшим пионервожатым, потом учителем истории и обществознания. Преемственность поколений – одна из традиций, которую бережно хранят в 11-й школе. У нас уже традиция собираться большим дружным коллективом, где не только ныне действующие преподаватели, но и ветераны, педагоги-ветераны, а также, конечно же, наши любимые выпускники. Десятиклассница Мария Кузищина отучилась в 11-й школе всего год, но уже приобрела здесь ценный багаж, который планирует взять во взрослую жизнь. Раньше никогда не видела алгебру, в этой школе полюбила. Стала понимать, химию полюбила в этой школе. На самом деле, здесь очень хорошие ребята. То есть социально я буду подготовлена к будущему. Юбилярам принято говорить добрые пожелания. Но еще одна традиция – слова благодарности. Наша школа очень активна и всегда принимает участие в различных движениях. И она дает нам очень много возможностей пробиться куда-то, попасть и показать себя. Я хочу выразить огромную благодарность от себя, от моих одноклассников и от всех учеников этой школы. В честь юбилея у школьников был сокращенный учебный день. Всем не терпелось собраться в актовом зале, где и происходил праздник. Воздушные шары, яркие выступления учеников и цветы – все это останется в памяти детей и взрослых. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.